Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. В Таганроге отремонтировал очередной противолодочный самолет Ту-142М3. Как сообщает пресс-служба Объединенной авиационной корпорации, на Таганрогском заводе завершен плановый капремонт дальнего противолодочного самолета Ту-142М3. Известно, что самолет с бортовым номером 53 уже приступил к постремонтным летным испытаниям. Машина оснащена новой эффективной гидроакустической системой поиска субмарин и комплексом радиоэлектронной борьбы. Самолет Ту-142 построен на базе дальнего бомбардировщика Ту-95 и представляет собой самолет океанской разведки, который предназначен для поиска и слежения за подлодками, а также авианосцами противника. С 1968 по 1994 годы прошлого века со стапелей Таганрогского авиазавода сошло около 100 этих машин различных модификаций. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.